Дуэт сестер Барбоскиных. Весь вечер на арене сестры Барбоскины. Ой, если завтра будешь так же крутить, никакой конкурс мы не выиграем. Не волнуйся, у нас лучший в мире цирковой номер. Ура! Фокусы! Мы точно займем первое место и выиграем поездку в Париж. Только представь, идем мы по Парижу и лопаем мороженое с круассанами. Mon amour, vous parlez français. А теперь чистить зубы и спать. Лизка, вставай! Мы проспали! Конкурс через полчаса. Я бегом туда гримироваться. Не забудь наш фирменный фокус. Ага. Соберешь весь реквизит и мигом ко мне. Роза, смотри, у меня получается. Малыш, мне некогда. Лиза, а я хочу опять в цирк играть. Малыш, не мешай, я опаздываю. Лиза, что это? Это ящик для распиливания тела напополам. Ух ты, бух ты! Малыш! А можешь меня быстренько распилить? Вылезай сейчас же! Я застрял. И совсем не больно. Ой. Алло. Лиза, ты где? Бегу. Ага, я уже все собрала. Помогите! Малыш, не бойся, я тебя спасу. Лиза! Лизка! Через 5 минут наш выход! Я сейчас! Малыш, держись! Получайте противные шарики! А сейчас... Барбоскиных! Ура! Лоска, прости, я так нас подвела. Не нас, а себя. Я-то выступила и получила первое место. И теперь лечу в Париж. Поздравляю. Спасибо, сестренка. Ну, я пойду собирать чемоданы. И что такого в этом Париже? Вон какие некрасивые домики. Нет, малыш, Париж очень красивый. Лиз, дай твой фотик в Париж. Тебе же не нужен. Еще издевается. Лизка, я же пошутила. Не поеду я в этот Париж. Передумала. А? Ну что мне там делать без вас? Лучше мы все вместе конфеты съедим. Ура! Конфеты.